Настоящие герои не носят плащей или разноцветного трико, они живут обычной жизнью, ходят на работу, покупают продукты и ездят в общественном транспорте. История о камчатской героине поделилась с нашей редакцией подписчица телеграм-канала «Масс-Медиа Камчатка». Здравствуйте! Хочу рассказать о девушке, которая спасла меня вечером в среду. Примерно в 7 вечера я вышла из автобуса на остановке АЗС. Мне нужно было дальше, но в автобусе было душно, и я решила выйти подышать воздухом. У меня кружилась голова, я подошла к остановке и в этот момент поняла, что начинаю терять сознание. Села на скамейку, пыталась попросить помощи, но со стороны, скорее всего, я казалась пьяной или еще под чем-то. Мне стало очень страшно, я не могла даже произнести фразу «помогите мне», и вдруг откуда ни возьмись, появился мой ангел-хранитель, она что-то сделала, и мне стало чуть лучше. Потом вызвала скорую, поехала со мной в больницу, где ответственно передала меня в руки врачей. Помню только, что ее зовут Елена, и она работает в больнице. Хочу передать ей большое спасибо, так как в тот раз этого сделать не смогла. Корреспонденты масс-медиа связались с Еленой, которая не осталась равнодушной, помогла девушке, попавшей в беду. Я смотрю, лежит молодая женщина, задыхается. Она лежит на лавочке. Сначала я подошла, померила пульс. Я посмотрела кожные покровы, ну, то есть я поняла, что там, ну, такого прям что-то острого, сердечной какой-то недостаточности, такого нет. Вот. И я начала задавать вопросы, как медиков говорят, собирать анамнез. Вот. Потом я, ну, сделала определенные выводы о ее состоянии, села рядом, начала растирать руки, пальцы, уши. Елена смогла привести девушку в чувство, дождалась приезда скорой помощи и проводила ее до больницы. Сама Елена не считает, что совершила геройский поступок. Я считаю, что нельзя проходить мимо таких вещей, надо всегда помогать. Редакция «Масс-Медиа Камчатка» благодарит Елену за неравнодушие и готовность прийти на помощь. Иногда, чтобы спасти чью-то жизнь, достаточно просто не пройти мимо.